Добрый день. Добрый день, друзья. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня у нас мукбанг, у нас паста с тефтельками, зажаренными в духовке. На нашем основном канале есть, как я их готовила. Все приготовлено. И салат, ананасы, курочка, яичко, сырок и чуть-чуть чесночка. Два салата. Также оливки, кукуруза, помидорки домашние. И компот айва и яблочко. Нам приятного аппетита. Да, и вам тоже, кто с нами будет. А вот это вот удобно. Айва, которая на дереве растет. В компоте. Очень много тефтелек, поэтому накладывайте, кушайте, сколько скушаете. Салатики, смотрите, какие красивые. Теперь рыбачим. Я еще у бабушки ела. Давай, Ром, на кладу. А? Нет, этой ложечкой не накладешь. О! Давай, Никит. А, еще сырочек. Котлетки не ложить? Положу котлетки. Сегодня у нас такой хороший день. Все работают. Даже как-то на улице, как будто весной пахнет. Наши мужчины сегодня мотоцикл заводят. И не холодно на мотоцикле. Все салфеточки. Вот тут вот открой шкафчик. Там синенький. У нас сегодня не весь состав. Костя у репетитора, математика русский. Сегодня Костя, Снежана весь день ходят по репетиторам. Были на английском, а сейчас у Кости математика. А у меня тоже, что ли, к ней ходит? Нет, Костя только ходит. Ты же на математику не ходишь. Котлеты вкусные, вот эти маленькие. Это простой фарш, да, конечно. Вот это вкусно. Салат вкусный, очень. Салат даже жалко как-то. Жалко трогать даже. Очень вкусный. Шедевр целый. Кушай, сыночка, кушай. Мама, это... Слой курочки, чуть-чуть чесночка, слой яичка тертого, майонез, слой ананаса, майонез. В общем, в два слоя сделано. Потом, а сверху с сыром, как в шубу сделано. Положу салата немножко. Что, сына, положить салата? Сейчас. Снежанки положу. Ой, какой вкус. Ой, какой. С орешиком, с ананасиком, да? Так, ну, сколько работает, то так и ест, да? Мари, ты тут косточки наложил? Вкусно. Да, вкусно. Положить-то. Есть курочка и ананас. Курочка. А ложкой, Валера, неудобно. Тарелочку надо сюда поставить. А? Так каникулы наши и проходят. Едим, работаем. Больше едим. Очень вкусный салат. Совсем чуть-чуть чесночка на первый слой мяска положила. Чтоб такая изюминка. А это тефтельки, запеченные в духовке, и паста. Там чуть-чуть сырка еще натертого.
Кто? Здравствуйте. Да. А это у нас компот. Айвар и яблочко. Сейчас у меня попробуем. Компота? Угу, очень вкусно. Где-то мой телефон разговаривает. Вон. Останови его, поставь на паузу. Что у тебя? Зубик болит. У Снежаны зубки болят сильно-сильно, выпадают, валятся со страшной силой. Ты тут комментарий оставила. Поставь на паузу, пожалуйста. Отправь и поставь. Отправь комментарий. Салат вкусный, правда. Ой-ой-ой, как вкусный салат. Салат очень вкусный вообще. Мама, можете еще сделать салат? Мне так не понравилось. Конечно. Это что, кукуруза? Да. А салат с ананасом. Давай, сыночка Ваня, я тебе положу. Давай. Ананас. Давай чуть-чуть положу, попробуешь. Давай. Давай. Я тебе чуть-чуть положу. Ты попробуешь вот так. Ну, не захочешь, ладно. Ну, там все, что ты кушаешь. Вот. Салат-то вкусный. Что-то даже разговаривать неохота. Я думаю, там по зайцам. Ваня, ты еще не заголовался. Вкусно? Сколько дней ты осталось отдыхать уже? Каникулы до понедельника? Понедельник, в смысле, уже в школу? Все, да? Да. Завтра мы с Валерой идем в больницу. Валерий что-то нашему стало плохо. Сыну 15 лет. 16. Было. Будет. 15. Мама, после коронавируса. А у дяди 13. Да. Было 12, стало 13. Пойдем с Валей. Ульянами документы. Завтра мы с Ульяной съездили в больницу. Завтра Ульянами документы понесу. Что плюс 100 будет 200? А? 100 плюс 100 будет 200? 200. А что? У нас вчера по калькулятору. 100 плюс 100? А 10 плюс 10 сколько будет? 10. 10? Пойдешь бессмысленно в работу. 20. Будешь людям так задачу давать. Если 10 плюс 1, будет 11. Угу. А если 11 плюс... Кроме салата ничего не хочется есть больше. Да, когда попробуешь салат, котлетки бледно смотреться начинают. Если 11 плюс 1, это 12. Да. Я еще не пробовал, еще не знаю, мне пока все вкусно. Если 12 плюс 1, то 13. Мне так понравилось, особенно с ананасиками. Ой, на бабушке еще борщ, ел еще блинчики наши, средники, и теперь... И у бабушки блинчики ел? Да, наши средники. Поэтому что у меня поднимается? Спасибо. Пожалуйста. Сейчас спою. Какую песню спеть? Олег, в этот раз ты не самый первый уже выходишь. Нет. Самую сложную не спою, конечно. Даже не спою. А ты споешь? Да. Не хочу. Не хочу, не буду. Я хотела ее для социальных.
Я очень сложно выбрать. Ну, сколько? Какой салат? Погромче. Молодец. Браво, белиссимо, браво. Ой, спасибо. Ой, пожалуйста, под музыку. Под музыку легче езжу, давай. Больше влезает, больше влезает. Никита. Ой, от кофе не откажусь. Это только один воздух, на эту песню надо спеть. Ты кис? Кушай. Салат нам классный. Рыбка что-то у нас. Жарко очень. Чем удержки с бабушкой, они там не сорялся. Я уже убавил отопление. Мам, название приятное. Как у них надо? Поставь там. Ты не подставаешь? Или в беда собрался, удачишься? Только работа-то так и есть просто. Да, я что-то не заметила, да? Сегодня мы с Ульяной должны есть, так? Я сейчас занят. А папе надо морить? Да. Что ты сказала? Ваня, подойди сам, Ваня. Ничего себе. 4-5. В общем, эти два блюда нельзя вместе ставить. Их надо по отдельности есть, иначе они друг друга как бы затмевают. Да, после салата. Салат и вкусный очень. Сейчас вам жди. А я 12 маслин съел. 12 маслин? Я не одной. А я? Доча, платишь, так сзади поправь. Ладно, хоть одну съем для приличия. Ты подумала, что вторую съем для приличия, да нахуй третью. Пусти, пошли, Ваня. Папа, Ваня. Ну хорошо. Сегодня целый день будем это доедать. Ну да. Ну да. Ананасик, когда попадет, ну, вообще прям... как. Такое послевкусие. Кто сегодня кушает вместе с нами, приятного аппетита. Да, к нам в гости нельзя ходить. Переедите. Папа, 15 маслин. Мама, я уже кушаю. Сейчас поприкну этот слог. Спасибо, мам. Шикарный обед. А мам, а почему у меня две кружки? О, мой живот. О, вкусно. Кто у нас? Опять Ромка победитель. Дольше всех. Ромка. Ромка в следующий раз с нами будет. Уже какой раз Рома побеждает в соревнованиях по еде. У нас Рома вообще всегда очень мало кушал, а стал кушать очень много. Или он стал переворачивать как-то раз с блином. Один блин по тарелке катал туда-сюда. Моника тут на слинку скатилась. Я хочу как Масина. Ваня, пойдем. Вот. Ну, компот мама, тоже. Мама, я очень люблю. Мама, можно я собрать слог в еду? Ой, ну все было вкусно. Спасибо большое поварам. Очень вкусно было нам. Повара еще едят. Я бы тоже еще поел глазами, но уже не могу, чувствую. Чувствую, не могу. Сдаюсь.
признаюсь, но правда было очень вкусно. Пока некоторые доедают, мы попрощаемся с вами, скажем всем до свидания, до новых встреч. Приходите к нам в гости. Угу. Всего хорошего.